сейчас из-за этого пропускного режима тратить свой единственный пропуск. Мам, отличная идея! Едем записывать новую песню. Она пахнет как булочка с корицей. Всем привет! Вы на канале Family Box. И сегодня мы едем записывать новую песню. Новые песни! Да! Мы сейчас едем на студию записывать новую песню. Нас карантин не может никак удержать дома. Мы на самом деле все время сидим дома и очень-очень редко позволяем себе куда-то выбираться. Вот первый раз практически за 3 месяца мы едем записывать песню. Нет, у нас просто уже очень много накопилось, и мы не можем просто ждать. Все, твои Микки Маусы не подходят? Да. Хоть раз зайти сюда. Мне так нравится, когда я говорю, и я тут говорю. Воображение! Тебе нравится записывать? Да, почему тебя так громко слышно? Меня громко слышно? Да. Ты меня в наушниках, да, слышишь? Да. Понятно. Ореняки, кожемяки. Вот такие вот с орешком мы кушаем. Милана кушает. Я хотела сурок шоколадный. Мама не взяла, оказывается. Я дома поем. Если папа не съест. Это большой вопрос, а съест папа или не съест. Ну что там у тебя получилось записать? Все? Почти все записали? Так, это надо все вместе еще записать. Сейчас, короче, мы дозаписываем, потом поедем в магазин за продуктами. Сейчас из-за этого пропускного режима тратить свой единственный пропуск. Там, получается, нас разрешено 2 раза в неделю выезжать из дома. Поэтому мы каждый раз, когда куда-то выезжаем, там, не знаю, в больницу или вот на запись, мы обязательно едем в магазин, потому что потом не заедешь в магазин, могут не выпустить. Да, мама, кстати, просто раз ездила мне за учебниками и тоже в магазин заехала. Да. У нас получилось так, что учебники, которыми они мама, занимались... Наелась. Вот он. Ой, точно? Да. Мама, такой подойдет команда. Короче говоря, мы ездили, точнее, я ездила за учебниками, потому что у них закончились учебники. Вот тут так темно, я не знаю, меня вообще видно или не видно. Так лучше, наверное, видно. Вот. Так что мы сейчас, короче говоря, да, записываем и едем в магазин. Что удивило меня, сегодня на улице огромное количество машин и даже практически пробки. Пришли в магазин, полная амуниции. Я хочу клубнику. Сейчас начала появляться клубничка. Фрукты разные, овощи. Сидя дома на карантине, часто не получается уходить в магазин, поэтому хотя бы изредка. Миланина любимая ягодка – это голубика. Возьмем голубику. Вот. Ну, вообще, конечно, в основном это фрукты, овощи, хлеб. Это то, зачем мы ходим в магазин в это время. Все, мы закупились. Я монтирую. Едем домой. Милана монтирует на лайк. Да, и TikTok. На лайк и ТикТок, и кто еще у нас не подписан, обязательно подписывайтесь. Милана там самостоятельно уже и снимает, и монтирует. Она вообще постоянно сама уже ведет все это дело. Мне нравится. Это как... Ну, сама ведешь свой блогер, аккаунт какой-то. Мне нравится то, что меня поддерживают мои подписчики, мне очень приятно, и мне нравится, короче. Милана, в общем, любит этим заниматься, а мы поехали домой. Кстати, машин очень много. Пришли домой. Данюшка поспал, так что и чай пьет с мятными пряниками. Кстати говоря, мятные пряники – это его любимые пряники. Пишите в комментариях, если тоже любите мятные пряники. Интересно. Что? Мам, Даня, интересно. Интересно, что Даня не любит ничего мятного, а мятные пряники любит. Да? Милаша тоже собралась пить чай, но Милана будет пить чай с сырком, со сгущенкой, которую сама в магазине выбрала. Ну что ж, вот такие вот у нас пока новостя. Перекусываем, а потом пойдем дальше. Ребят, я предлагаю нам сейчас посмотреть что-нибудь по телевизору, как мы любим. Как вам идея? Да. Мам, отличная идея. Давай на Кинопоиске посмотрим, что есть. Окей, включаем Кинопоиск. Что тут есть? О, смотрите! Новые смешарики. Да, мам, я люблю смешарики. О,
очень сильно. Мам, давай посмотрим новые серии, я еще не смотрела. Кстати, как раз они на Кинопоиске идут по подписке, и это очень удобно. Хорошо, давайте включим, давайте посмотрим. Ой, классно. Ой, я это помню. Вот это. Слушай, реально. Это даже я помню. Пока детки заняты смешариками, я приготовлю себе полничек. Мне хочется покушать творог с клубникой, кстати говоря, который я купила. Ну а что, вкусно и полезно. Кстати, мне очень нравятся смешарики, они очень часто ловят интересную такую важную мысль, мораль, и дети на этом сериале, смотря этот сериал, чему-то новому и хорошему учатся. А им просто весело. За липончики. Кстати, скажу, что на Кинопоиске HD не обязательно смотреть, точнее, там не только смешарики, которые сами по себе неплохие, но и взрослые люди тоже могут найти не один классный сериал и по подписке, и, в принципе, без подписки всегда можно найти, что там посмотреть в хорошем качестве. А для тех, у кого нет подписки, используйте наш промокод, который мы оставим в ссылочке в описании, и вам будет доступен доступ в HD, в Кинопоиске HD на целых 45 дней бесплатно. Кстати говоря, в Кинопоиске HD там не только смешарики, детских сериалов разных, мультфильмов огромное количество, выбор просто огромный. Всегда дети могут быть заняты. Ну или тогда, когда хочется, чтобы родителям было, я не знаю, пару минут свободного времени. Вот, а еще я хотела поделиться новостью. Есть новая функция на Кинопоиске сейчас, и теперь можно в мобильном приложении Кинопоиска скачивать фильмы и сериалы на телефон, между прочим. Пока еще не все доступно, но очень многое уже. А еще у Кинопоиска HD есть такая прикольная функция. Ты можешь сам выбрать категорию фильмов, которые можно рассмотреть твоему ребенку. То есть, пока тебе нету, чтобы он не мог включить и набрать какой-то сериал или мультик, который ты считаешь ненужным по возрасту смотреть. Вот, то есть, можно выбрать профиль, завести, зарегистрировать, и тогда это будет чисто kids для твоего ребенка настрой. Нюша смешная, да? Милан, кстати, а какой твой самый любимый герой в смешариках? Нюша, Краш и Ёжик. А ты, Дань, кого больше всего любишь? Я только их. Лаки голос. Лаки лежать. Ну это был не голос, Милан. Лаки прыгай. Лаки прыгай. Лаки голос. Голос. Баф. Голос. Крепче. Дадань. Лаки голос. 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 Это что? Котёчек, его пьяник. Пьяника? Ну, пьяник, я думаю, больше понравится. Милана дала ему клубнику, он ее есть не стал. Так, Яки. Так. Так. Фу. Лаки. Сначала иди и съесть. Лаки, он хочет, чтобы ты сначала это съел. У меня нет ничего. Скажи, я не буду есть клубнику, сам ее ешь. Мама хочет снимать на влог. На влог. А я шмякаю свой любимый слайм. Давайте мы что-нибудь, ну, как-нибудь пообщаемся. Ты можешь как вопросы дела? Позадавать. Хорошо. Здравствуйте. Можешь спросить, какая погода? Или кто с какого города? Кстати, кто с какого города? Мы в Москве, наверное. Скоро уезжаем. Наверное, в Москве? Нет, ну, ой. Мы в Москве, наверное? Ну, да. Ой, не наверное, мы точно в Москве. А то мы такие на самолете. Мы в Москве, наверное. Или еще где-то, да? Да.
Привет, как дела? Нормально. Нормально, нереально. Привет, Милана. Милана, короче, решила выйти в прямой эфир в Инстаграм. Милаша. Поэтому, если кто еще не подписан у нас на Инстаграм, ну, подписывайтесь. Давайте пообщаться. Поэтому мы будем... Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Скажи, ребята, давайте я у вас спрошу, как у вас дела? И читай, как у всех дела. Как у вас дела? Как проходит карантин? У нас ужин, и у деток сегодня пельмешки. Вкусно? Не только у деток. Не только у деток, у всех. Приятного аппетита! Все поужинали, у нас наступил вечер, и дома появилась таинственная коробка. Как вы думаете, что в ней? Я, кажется, знаю. Это что? Суп? Это коробка со слаймами. А если точнее, со слаймами из нашей новой коллекции. И они пока пронумерованы секретными цифрами, так как еще не утверждены. Нам прислали образцы на одобрение. Сейчас мы с Миланой будем эти образцы разбирать и показывать вам. Ребята, кстати, кто не знает про наш мерч, обязательно заходите. И, кстати, у нас еще вышла новая коллекция. Она не вышла, она в разработке, выходит. Нет, Дань, это мой. Это не твой. Сейчас Милана покажет, что здесь. Сначала покажи вот это. Вот такой классный. Стекло. Крутой слайм. Прозрачный. Да. Дай, Даня, Милана это... покажет. Давай я тебе помогу. Уже не надо помогать. Так, а тут, что кстати, у нас внутри? В этом есть второй слаймик маленький. Посмотрите, он классный какой. Он тоже клир. Их можно смешать. Шмешать. Смешать. Ну что, как ты считаешь, годен наш образец под номером 17? Делаем на него выпуск? Ставим его в нашу новую коллекцию или конечно. Нет? Конечно. Конечно. Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, идея прикольная или нет. Нам она понравилась. Я взяла уже новый слаймик. Мне он, это мой самый любимый слаймик. Класс. Наверно. Дань, дай я покажу, и ты покажешь. Вот, смотрите. Тут есть, мне больше нравятся вот такие вот мягкие... Кубики. Кубики. И я сейчас покажу. Это не стекло уже. Это уже не стекло, да? Да, это клер слайм обычно вот. Смотрите. Так, Даня тут пытается выложить. Это мой будет. Да, Дане очень нравится, как и мне. Очень красивый. А он, значит, на запах какой? Не очень понятный. Да. Как будто чем-то пахнет. Интересно. Да, я покажу вам. Давай. Расскажи. Вау, вот это круто тянется он. Сейчас смотрите. Блин, как красиво. Я выбираю большой слайм. Так. Очень красивый. Образец под номером 7. У Дани такой же, только с черными блестками. Так, ну давай, доставай. Он, кстати говоря, тебе помочь? Держи, я буду крутить, а то мне рука занята. Значит, у нас идет не просто. Тут еще есть разные смайлики, да? Это у нас стекло. Я вам покажу с смайликами, как это выглядит. Вот. Ух ты, Мила, подожди, мне кажется, надо достать весь, немножко его перемешать со смайликами, и тогда будет... Мне кажется, он очень большой. Ну, или хотя бы большую часть, а то у тебя прям... Так. Какой он красивый, ребят. Стекло. Неожиданно круто очень тянется. Пузыри нет. Пузыри не надувается. Хрустит. Ну, как стекло обычное, так. Ой, оно пахнет ванилькой какой-то. Ой, вкусно. Он реально пахнет ванилькой. Очень прикольный кстати, запах. Кстати, еще один плюс. Каждый слайм пахнет по-своему. Угу. Красиво, очень-очень-очень, ребята, красиво, прям вообще, это нечто, это крутяк. Классный, я смотрю, все, окей, ладно. Так, Милан, подожди, вывод. Оставляем под номером 7. Оставляем. А ну, что еще? Вот каждый слайм вот с такой пимпочкой, ну вот, закрывашечкой. Вот в таких банках слаймы. Так. Этот слайм текстурой не клер уже, а баттер. И расскажи, пожалуйста, он пахнет чем-то? Да. Похоже на апельсинку какую-то или лимонку.
хороший. Ой, он тоже классный. Он такой какой-то реально мягкий. Смотрите, как он тянется. Так. Баттер тянется вот так. Баттер тянется как баттер. Вот так он делает Филиппу. Ой. И сейчас я покажу, как он размазывается. Вот каждый баттер должен размазываться. Вот. И хрустит, собственно, ну как баттеры все. Ну, баттеры почти в них. Так, ложи. И что мы с этим делаем? С этим 12... образцом 22. Ой, 22. Конечно же, оставляем. Оставляем. Мне, кстати, почему-то похоже на... Эти образцы все одинаковые по текстуре, поэтому, чтобы вам было понятнее, я хочу вам показать вот эти два, что они мне нравятся. По цвету? Да. Ну, давай, да, доставай. Я не знаю, что это. Его перемешивать надо. Это не плесень. Это не плесень. Нет, конечно. Это вот, чтобы он был вот такой, типа, песочек. Ну, да. Как ты эти базы называешь, которые как песочек? Клауд? Нет, не клауд, а... Нет, ну это не клауд, это, наверное, больше смузи джем. Смузи джем, наверное, больше. Вау! Лаки, ну пристань! Это, знаете, такая непонятная текстура. Тут есть какие-то... Слушайте, вот... она пахнет баттер, как булочка с корицей. Она... Мне кажется, как будто корица. Как будто корица вот тут. А посмотрите, знаешь, вот эти булочки, которые продаются, вот эти, очень вкусные такие. Ну, синнабон. Да, синнабон. Вот, она пахнет булочкой синнабон. Синнабон. Очень круто. Даня все там своим слаймом поражается. Дань, он у тебя тут стечет сейчас, поднимай его туда. Лаки, ты сам с ума сходишь, что ли, Лаки? Кого ты там увидел? А. Человек с собакой идет, гуляет, и все, и все, и все. А, это помнишь, мама? Там бульдожка, да? Бульдожка? Да, бульдог. Да, там английский бульдог гуляет. Не, не выйдет, я держу. Ах ты мой мальчик. Нельзя, нельзя. Все. Фу-фу-фу-фу-фу. Там Лаки, короче, разговаривает очень мощно. Гавкает на собаку. Мякаем слайм под номером. Под номером? Под номером без номера. Да. Собака наша лает. Ой, слушай, он такой прикольный. Да. Кстати, тут добавлены вот такие. Он на сгущенку похож. А что это? На сгущенное молоко, мне кажется. Мам, а что это? А это тоже мягкие такие квадратики. Да, вау. Да. О, кстати, я кое-что заметила, смотри. Что? Это слайм, кажется, двухцветный. Ну, там не совсем двухцветный, просто две разные, видать, текстуры, поэтому, да? Ну, да, наверное. Очень классный. Очень классный. Просто. Он такой вкусный, я сейчас просто его свяжу и съем, как сгущенку, мне кажется. Он такой, да-да-да, фу-фу-фу. Фу-фу-фу, пи-пи-пи, фу-фу-фу. Давай переходим к следующему. Мам, он пахнет баблгамом. Смотрите, мама. Лаки. Фу-фу-фу, фу-фу-фу. Окей, переходим к последнему образцу на сегодня. Последний слайм под номером 24. Ну, это не совсем последний слайм, это последний образец, который мы сегодня покажем, но мы все время нашу коллекцию стараемся улучшать, поэтому обещаем еще больше новиночек, да, дополнять. Вот, это просто то, что мы сегодня вам покажем из того, что мы сами сегодня пробуем. Поэтому заходите на наш мерч, гавкайте как Лаки. Шмянец. Шмякайте колокольчик и подписку как Лаки, враг. Чтобы она сразу стала серая. Кнопочка вместо красной превратилась в серую. А лайк стал синий. Это вот прям волшебство, да, мам? Да. И заходите на наш мерч за слаймами или футболочками, или попсокерами. Или еще чем-нибудь. А на наше видео ставьте лайки. Всем удачи, всем пуку.